Ну что же, очень скоро настанет самое любимое российское время года. Гололед, снегопад, разбитые морды ваших автомобилей, попы, бочины и все остальное. Или мы все-таки не будем разбивать ваши автомобили? Давайте не будем это делать, тем более, что нехорошее это дело там в централке сидеть, а потом еще страховку ждать. Тогда можно сегодня, сейчас, вместе с шинным центром Якогама, который располагается здесь, на улице Оренбургской, 2Г, подготовить свой автомобиль к зиме. Мало того, как его подготовить? Его еще можно поднастроить к той самой ослиной моче, которую скоро вы будете заправлять на сногсшибательных и в том числе автоматических заправочных станциях. Так что сегодня мы представляем шинный центр Якогама как комплекс не только по продаже автомобильной резины, но и полному обслуживанию вашего автомобиля. Так вот, такие наступило время людей показывать. А то полки, и это хорошо. А то все думают только про комбинаты, детские сады с муниципальной службой. Но люди-то работают и в других местах, да их оказывается много. Единственное, что плохо, отсутствие амбиций руководства. А так мы с удовольствием. И с удовольствием покажем, как наглядно демонстрируется клиенту состояние транспортного средства. Это мы про диагностику. А кое-что можно посмотреть и самому. Как, к примеру, работают форсунки инжектора. Так что же мы имеем и чем можем гордиться? Имеем полноценный автосервис по диагностике электронных систем двигателя. Ну, можно сказать так, что автомобили, какими бы они надежными не были, они будут ломаться всегда. И учитывая то, что все автомобили снабжены электронными системами, то старые дедовские методы диагностики на глаз, на нюх, на цвет уже не подходят. Поэтому без серьезного оборудования не обойтись. Поэтому оборудовали полноценный постдиагностический, который позволяет нам полностью посмотреть, как двигатель работает, насколько эффективно он это делает, и понять, какие неисправности присутствуют в двигателе. А я знаю, есть еще такие ремонтники, которые просто человека потом на деньги нагружают, типа, иди, вот, купи новую деталь, поставим, будет работать. Можете что-то отремонтировать, если в своих силах? Прежде чем отремонтировать, я скажу так, нужно понять, что ремонтировать. Потому что вот этот метод путем подмены запчастей, он дорог и неэффективен. Мы берем деньги только за выполненную работу. То есть, если мы неисправность обнаружили, соответственно, тогда даем рекомендации, за которые несем ответственность. Если неисправность не обнаружена, мы клиенту так и говорим, что мы либо не можем ее обнаружить, либо неисправности нет. Поэтому в наших интересах клиенту помочь прежде всего, но никак не обуть его на деньги. Ну, естественно, раз скоро сезон, прошу на монтаж. Если здесь покрышки Якогама продаются, то здесь же их и устанавливают. В тонкости процедуры залазить не буду, она и моему годовалому сыну понятна. Ну так получается, что на улице уже и первый снег появился. Ну, по крайней мере, в горах минусовая температура, так это точно. Вы готовы к сезону шиномонтажа? Да, мы полностью готовы к сезону. Уже полностью работает коллектив у нас. Но в отличие от других шиномонтажек, мы будем работать 24 часа в сутки. То есть вы можете приехать как утром в любое время, хотя утром у нас будут скидки. С 5 до 7 утра у нас скидка 15%. И с 12 до часу, час сделали скидка, у нас будет тоже 15%, поэтому ночью приехать к нам даже выгоднее, чем днем. Но стараемся для людей. А что для людей? То есть сколько машин вы можете своими ребятами обслужить? Я вижу, что у вас два подъемника, есть домкраты. Да, есть домкраты, есть два подъемника. То есть машин можем обслужить гораздо больше, чем других шиномонтажей. Также у нас есть люди, специалисты, которые работают, знают свое дело и выполняют его с ответственностью. Ну и раз у нас сезон, то должным же образом затаренный и склад, и магазин. Резины много, наличия достаточно, цены держим низкие. Ну и самое приятное, это процедура ломания цен. То есть мы же все боремся за низкие цены. Шинный центр Якогама вам гарантирует низкие цены. Так, к примеру, колеса на 13 вам обойдутся всего в 2090 рублей. Колеса на 14 – 2590 рублей. Ну и вот этот дивный размер на 16. Не совсем понимаю, почему. Ну ладно, это к теме сюжета не относится. Так вот, колеса на 16 здесь стартуют от цены 4690 рублей. Мы к зиме готовы. Готовы ли вы?